Добро пожаловать в компанию Home Sweet Home Real Estate. Меня зовут Диана, и сегодня я расскажу вам про золотую визу. Золотая резидентская виза – это разрешение на проживание в стране на 10 лет, так называемый вид на жительство. Золотые визы начали выдавать в 2019 году, но в апреле 2022 года правительство изменило условия и снизили минимальный порог инвестиций для будущих граждан, которые могут посетить Дубай. Инвесторы получают золотую резидентскую визу для того, чтобы оптимизировать налоги, открыть банковский счет для международных операций и получать дополнительный доход от активов Арабских Эмиратов. При желании обладатель визы может обеспечить документами не только себя, но и свою семью. Резидент может жить и работать в стране, пользоваться медицинскими услугами и дать детям образование в международных школах и вузах Дубая по стандартам Великобритании и европейских стран. Большую часть курсов преподают на английском языке. Рассмотрим самый известный вариант, как покупатель недвижимости в Дубай. Виза инвестора – это покупка недвижимости на 2 миллиона дирхам или 550 тысяч долларов. Возможно купить готовую недвижимость, строящийся объект или взять ипотеку от аккредитованного банка. Мы выполним для вас проверку объекта, условия договора и поможем зарегистрировать право собственности. Дополнительно подготовить все необходимые документы на получение временной визы на 6 месяцев. Для того, чтобы вы могли пройти медицинское обследование, обустроиться в городе Дубай и подать документы на золотую визу. Цены на недвижимость Дубай выросли примерно на 7% за 2021 год. Правительство страны делает все возможные инвестиционные программы по привлечению новых граждан, которым дадут возможность жить в стране с условиями мирового класса. Наслаждаясь отдыхом и жизнью со всеми возможными удобствами, как считается уже стандартом в каждом проекте, есть бассейн, спортзал, детские площадки и многое другое в 2 минутах от своих апартаментов. Мы будем рады вам помочь в оформлении золотой резидентской визы и ответить на все интересующие вас вопросы.